Я тебе помогаю. Я тебе... Она ж падает, я тебе просто зацепил ее. Ты ж падаешь, а там вкусного много. Вот я тебе и ставлю. Кушай, кушай. Как это? Иногда спрашивают, можно ли их выпустить. Выпустить их всех можно. Они здоровы, упитаны и так далее. Только они уже человека не боятся почти. Да? Да, мой хороший. Ты мой хороший. Они пока маленькие, пока на откорме. Они теряют стрессовое состояние перед человеком. И даже большие, когда они, конечно, их сейчас в лес выгнать, они немного дичают, но они не будут все равно бояться человека. Неспокойно будут его как это, наблюдать за ним. А это значит, что при открытии сезона охотничьего они превратятся в котлеты. Да, мой сладкий? А мы этого не хотим. Вот и вся причина. Ты моя рога. Давай почешу. Давай. Вот скажи. Я пойду чесать рога, да? Давай. Растут рожки-то, растут. Бархатные такие. Ай, ты мой красавец. К нему сейчас даже вот зайти, если ему что-то не понравится, он без проблем убьет человека. Ну, я думаю, что тонна-то в нем точно есть. Да, мой красавец. Скажи, а так я вот такой, скажи, хороший. Вон, чешусь даже. Ай, ты красавец, да чего вы хороший. Невозможно малыша выкормить, чтобы он не привык к людям. То есть это вообще нереально. То есть само кормление, это уже из бутылки, да, человек видит. По-другому их не выкормить, поэтому все, кто лосей выталкивает в лес, просто-напросто подвергает их, на смерть выталкивает, да, мой хороший?